Ну, день выдался веселый, интересный. Я узнал много нового. Я научился сам принимать решения, обдуманно принимать решения, понимая последствия и... Я как человек, который знаком с тренингами не понаслышке, потому что моя мама сама тренер. Я считаю, что этот тренинг был один из лучших в моей жизни. Не знаю даже, что сказать. Мне все очень понравилось. Тренер очень хорошо все объяснил, доходчиво. Было интересно его слушать. И к тому же сами задания были очень интересны и вводили тебя в некое заблуждение даже иногда. Настолько они были хорошо подумали. Мне очень понравилось, было очень интересно. Я узнала много всего такого познавательного и про цель, и про куда идти дальше. Что ж, мне сегодняшний день понравился, я узнал очень много нового. Отдельное спасибо организаторам и учителям, которые проводили этот тренинг. Я узнал очень много нового, и я надеюсь, что... Я не надеюсь, что так и будет, что те знания, которые я получил сегодня, они помогут мне в дальнейшем при выборе моей профессии и в достижении моих конкретных целей. Новые способы выбора и какого-то нового склада. И разбора, куда хочу, чего хочу, что делать. Ну, мы научились принимать решение. Нет, мы подумали, что мы приняли решение и визуализировали, что произошло после этого. Это может давать какие-то основания, на которых ты будешь или принимать решение, или принимать другое этого решения. Мне кажется, в разных жизненных ситуациях это может быть полезно. Такие вещи, как про выбор. За этот день я узнал нового в области планирования своего будущего и расставления приоритетов и целей для своей жизни дальнейшей. Вот это для меня было новое. И методы, с помощью которых это можно делать, как раз-таки, тоже для меня были некоторые новинки. Мы научились уравнивать все... Нас учили уравнивать все части, чтобы мы могли хорошо учиться и вообще в будущем в жизни быть... собой. Мне дали сегодня набор определенных инструментов, которые помогут мне достичь ту или иную цель. Будет это новая цель или старая цель. Я думаю, такой тренинг был бы полезен большинству подростков в наше время. И я думаю, такие тренинги будут актуальны еще долгое количество лет. Ну, я не буду говорить сколько, но я бы посоветовал бы приходить на них очень многим людям. Всем своим знакомым точно. Мне кажется, этот тренинг будет полезен тем людям, которые еще не определились с конечным выбором цели, которые стараются достичь, возможно, найти себя в каких-либо различных областях, которым еще которые не имеют представления о том, что они хотят вообще от жизни и какими способами и средствами они могут это достичь. Этот тренинг может быть полезен абсолютно всем людям, но в большинстве тем, у кого есть проблемы с каким-то выбором, кто не может решить, что ему нужно делать, и подросткам, которые решают, куда пойти, какую профессию выбрать. Мне кажется, разные люди, кому интересно, кто не может определиться с выбором, своей профессии, может, просто не может определиться с каким-то выбором каких-то вещей.